все равно про вас все узнаю. Вы приелись, Танечка. Валентин, скажите, а почему тогда в кафе вы подошли именно ко мне? Я же вам сказал. Нет, не сказали. Нет, сказал. Нет, не сказали. Я же сказал, я карточный шулер. С утра проигрался в пух. А есть очень хочется. Вот я и решил поужинать с вами, Анечка. Там еще? Ну, да. Выходит так. Осторожно. Я бы не сказал. Будем кофе пить? Да, пожалуй, достаточно. Я еще ничего не знаю, где сегодня буду. Товарищ, вы что, уходите? Спасибо вам за обслуживание. Оплатите. Супруга рассчитается, она сдается. С вас 47.50. Муж сказал, что вы заплатите. Пожалуйста.